Ну, нет, Россия вообще, я не обхожу стороной никогда, ну, в смысле, и даже в словах, даже в пятиминутке нашей сегодняшней речевой, вот, потому что, кстати, концерт «Планета Билан» будет показан завтра по Первому каналу, вашему дружественному, да, каналу, ну, огромный привет. Первый канал, да, завтра. Смотрите, по-моему, в 00:00. Самое романтичное время, друзья. Ну а сейчас концерт на Авторадио, прямая трансляция, живой звук, Дима Билан, продолжаем. Да. Следующая музыка совершенно новая, поэтому я с большим удовольствием буду поглядывать в Пюпитер. Кто знает, что такое, идите, пожалуйста, в Google, срочно. Мы знаем. У нас смотрит, еще слушай. В жизни ничего не вечно, легче нужно реагировать на встречи. Все равно разлуки нам с тобой, увы, не победить. Я уйду, и станет тебе легче, ночи собираю свои вещи, чтоб в судьбе твоей для новой встречи путь освободить. Не огорчайся, мы же взрослые люди, нам пора с тобой прощаться, уходить мне пора. Будет тебе счастье, все еще будет. Не добра без худа, ведь так худо без добра. Стало слишком поздно и не просто самому ответить на вопрос свой. Нужно ли когда-то было дверь свою открывать? Оказалось, был я только гостем. Рядом задыхаюсь, нужен воздух. И не напишу тебе серьезно. Нам пора с тобой прощаться, уходить мне пора.